Всем привет! Меня зовут Алика Юрченко, и у меня в руках волшебные тайские палочки-выручалочки или набор для тайского вибрационного массажа Ток Сен. Он состоит из трех предметов. Это два колышка разной конфигурации и молоточек. Молоточек он такой весистый, тяжелый, хороший, все изготовлено из такой добротной древесины, с ценных пород дерева. Этот набор, он изготавливается в тайских монастырях. По тайским источникам этому массажу чуть более 2500 лет. И в основном он практикуется на севере Таиланда. Здесь очень редко встречаются салоны, где работают с этим набором. Я видела только два на самом деле. Ну, я не знаю, конечно, всех массажей, но обычно в туристических местах этот массаж не делают. Этот массаж, он считается, работает с двумя телами, как в принципе любой тайский массаж. С нашим энергетическим телом и с нашим физическим телом. Если вы не верите в исцеление своего тонкого тела с помощью массажа, вы можете побаловать свое физическое тело, и оно скажет вам спасибо. На самом деле я долго думала, как оформить этот набор. Можно записать там кучу длинных нудных видео, где я буду рассказывать про каждую точку, прививаю, простукиваю и так далее. Но я решила этого не делать. Я перевела методичку из школы тайского массажа, из города Чанг Май, где как раз таки обучают данного вида массажа, где подробно описаны полностью все меридианы, все массажные линии, по которым стоит простукивать этим набором. И также написано при решении какой-то проблемы, где надо стучать и в каких позах это надо делать. Там есть инструкция как по самомассажу, так и по массажу другому человеку. Очень подробная, хорошая инструкция, поэтому я расскажу вам краткое видео и покажу, как пользоваться этими колышками, а уже более подробную инструкцию вы получите в PDF-файле при оформлении заказа. На самом деле этот массаж настолько простой, что с ним может справиться даже ребенок. Перед тем, как начать массаж, мастера Ток Сен сначала проводят небольшую диагностику. И она состоит из несложных физических упражнений. Например, мастер проверяет, может ли человек с ровной спиной, с ровными ногами дотянуться кончиками пальцев до пола, может там сзади сложить руки в замок. И еще несколько таких физических тестов, которые показывают мастер, какие мышцы лучше прорабатывать, где у человека основные напряжения в мышцах и с чем надо работать. На самом деле, я видела результат после этого массажа, они просто потрясающие после одного сеанса. У людей разгинаются спины, они выравниваются, проходят очень многие боли в спине, боли в пояснице, боли в коленях, в шейном отделе. Массаж с этим набором, он длится не больше 15 минут, а эффективность от этого массажа, она приравнивается к 5 сеансам 2-часового тайского массажа. Правда, заманчиво. Я не буду вас утомлять длинными видео, поэтому я просто покажу небольшую инструкцию. И также в это видео я вставлю тайские мастер-классы, где тайские мастера показывают, как стоит делать массаж Ток Сен при тех или иных проблемах. У нас есть два колышка, и с этими колышками стоит работать по-разному. Давайте я, например, начну с этого колышка, покажу, как работают с этим колышком. Покажу на ноге, потому что на самом деле тайцы, они простукивают и ноги, и плечи, шея, плечо, рука уже дальше уже не получится, потому что вот уже плечо достает. Ну, здесь уже получается не такое сильное усилие, то есть вот эту вот зону тоже можно простучать самостоятельно. Сзади можно немножко простучать, можно простучать грудную клетку самостоятельно, можно простучать самостоятельно поясницу, ягодицы и полностью поверхность ног. Но чтобы уже сделать конкретно спину, лопатки, очень хороший результат после простукивания лопаток. Чтобы простучать спину, конечно, нужна уже посторонняя помощь. Итак, принцип работы с этим инструментом. Этот массаж, он делается или через одежду, или через хорошо промасленное масло. Вот этот колышек, который имеет круглую форму на кончике, он делается вот таким образом. То есть колышек ставится на мышцу, или по массажной линии, которые будут указаны в учебном пособии. Ставите, два раза удавляете, чуть-чуть перемещаете, буквально на пол сантиметра. Повторяйте еще раз. И вот так простукивается мышцы сухожилия и массажной линии. Вот этот же колышек, он похож на скребок,
И им массаж уже делается не прямо вот так вот, так стучать не стоит, потому что можно даже травмировать, если сильно ударить. А он идет под наклоном, то есть вы ставите колышек под наклоном, и он скользит по телу. Чаще всего как раз пальцы используют вот такой ритм при постукивании. Ну, я слышала и такое. Но это уже гораздо реже. Чаще как раз таки по два раза удар, перерыв, два раза удар, перерыв. Сила удара. Хороший вопрос. Начинать лучше с небольшой силы удара, расслабить кисть, не напрягая руку, просто позволяя выживить и опускать. Но бывают и случаи, когда надо простукивать более сильно. Но это я вам делать не рекомендую, потому что для таких постукиваний это должен уже делать человек, который прошел полноценное обучение, и который уже знает, куда конкретно бить, потому что если вы долбанете куда-то не туда, то могут быть печальные последствия. А также вот этим колышком можно простукивать всякие точки. Например, вот здесь вот точка находится, которая отвечает за долголетие, за наш иммунитет, за крепкое здоровье. Можно просто поставить и просто постучать по этой точке. Чувствуется на самом деле по всей ноге. Очень интересный эффект. Это все, что вам надо знать для того, чтобы приступить к этому массажу. Разновидности колышков, они бывают разные. Но вот эти вот два колышка, они самые универсальные, и они дают максимальный эффект. Я на выставке приобрела еще вот такой вот колышек. Он на самом деле по воздействию, он гораздо слабее, чем эти два инструмента, потому что он имеет гораздо большую площадь. Не дает глубокую проработку, но дает расслабление. На самом деле тоже дает вибрации. Очень интересная вещь. Как раз таки вот мне трехлетняя дочка любит делать массаж вот этим колышком. Но, к сожалению, контакты, которые я взяла, по ним никто не отвечает. Поэтому я постараюсь в ближайшее время найти такой колышек. И когда найду, тоже вы сможете его приобрести. Ну что, переходим к просмотру тайских мастер-классов. Видео чуть-чуть. มาสักการะการตอกเส้นแก้การปวดหลังนั่งยองๆไม่ได้นั่งถ่ายไม่ได้ง่ายนิดเดียวครับต้องดูนะครับนี่ยืดไปแล้วนี่มือไม่แตะถึงพื้นเดี๋ยวเราจะทำให้ภายในนาทีเดียวรู้สองนาทีคือแนวเส้นหลังเราตอกแล้วดูด้านหลังนะครับอันนี้เป็นกระดูกก้นกบนะมีอยู่ 8 รูตรงนี้นะครับแล้วก็ตอกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกไปเลยช่วยครับพอเราตอกไปแล้วดูครับนะ ก็เส้นเอ็นเนี่ยมันจะล่อจากหลังมาถึงลุกไปที่8 รูก็ไปด้านหน้าไปคล้องล็อกคล้องไว้แล้วถ้าเส้นนี้ตึงทุกข้างล่างก็จะตึงถ้ามีปัญหาต้องปอดตับหัวใจม้ามลำไส้ถุงน้ำดีกระเพาะอาหารมีปัญหาหมดแล้วครับต่อตรงนี้มันจะคายเลยครับมาสัจจานการต่อเส้นมีหลายท่านะครับมีท่านั่งยองๆให้ดูวิธีการต่อนะเนี่ยดูต่อกันง่ายก็ใช้แท่งยานะครับอย่าใช้ไม้ต่อหรือไม้ต่อหลังหักเราไม่รับผิดชอบ ป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกไปดูนะครับวิธีการต่อทำง่ายง่ายดูนี่ท่านะครับคือมันนั่งไม่ได้จริงๆเลยก็ทำไงเกาะเก้าอี้ป๊อกป๊อกไปเลยนะป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกไล่ไปสามนาทีห้านาทีก็เกินคุ้มนะส่วนมากนะคนมาหาตมานี่ปวดหลังปวดเอวโอ้ยสองสามนาทีเสร็จห้านาทีนี่มันว่านานเกินไปนี่เป็นการสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวดูแนวการต่อ ถ้าอยากรู้ต้องมาเรียนรู้ด้วยกันนะแล้วท่านจะเข้าใจโอ้มันไม่ใช่เรื่องยากเลยการปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดเข่ากระดูกทับเส้นลิงก์ตามลำหลังยอกเด็กลิงก์ควายก็ทำได้ครับท่านจบปริญญานี่ต้องมาดูครับมาต่อกันได้เลยนะครับตอกแนวเส้นหลังขึ้นไปนั่นท่านพูดนะครับผู้ฟังนี่อย่าไปบอกใครนะครับว่าเด็กลิงก์ควายก็ทำได้ควายไม่มีเลี้ยงนะดูอีกท่านะครับนางเอ อาตมาชั้นเดียวแล้วโก้มลงไปแล้วต่อป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกไล่เนี่ยห้ามโดนกระดูกเด็ดขาดใครโดนกระดูกไม่รับผิดชอบครับแถมโรงให้แถมโรงพยาบาลให้ฟ้องร้องกันไม่ได้นะครับเพราะเราสอนให้ต่อเส้นเราไม่สอนให้ต่อกระดูกนะครับเนี่ยต่อไปเลยไล่ลงไปเลยแล้วมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างเหลือเชื่อกับอะไรที่ว่าไม่เคยเกิดก็จะเกิดขึ้นมาละอาการปวดหลังก็หายนะอาการปวดบั้นเอวก็หายนี่ยังคนเก๋โอ้ต่อไปเลยป๊อกป๊อกป๊อก แล้วพกช้ำดำเขียวก็อย่าว่ากันนะมันจะต้องนอน2-3 วันถึงจะหายนะครับแต่ที่แน่หายปวดหลังด้วยฉับพลันแต่มีอาการช้ำนิด
Надеюсь, у вас быстро получится освоить приемы массажа Токсен. Если у вас возникнут вопросы, пишите мне, я с удовольствием на них отвечу, проконсультирую, подскажу, как что лучше делать. И теперь вы можете заниматься оздоровлением себя, своих родных и близких.